30 октября в Молдове пройдут президентские выборы. 20 лет президента выбирал парламент. 4 марта 2016 года Конституционный суд вынес решение о том, что внесенные в 2000 году поправки в Конституцию, вводившие процедуру избрания президента национальным парламентом, были антиконституционными. В этом году впервые за столь долгий срок главу государства будет выбирать народ. Вы пойдете голосовать? Да, пойду. Будем, конечно. Да. Конечно. Конечно. Да. Конечно. Обязательно. Мы должны голосовать. Граждане поделились мыслями о том, какими качествами должен обладать президент. Как президент, он должен думать о народе. А народ имеет очень много проблем. Поэтому решать эти проблемы придется, наверное, уже когда он станет на посту. Должен быть хозяином. Ну, он должен быть умным. Хозяйственным, немножко строгим. Люди считают, что президент должен думать о народе и решать его проблемы. Но видят ли они среди кандидатов такого человека, который способен исполнить их надежды? Есть достойный кандидат, по вашему мнению? А не знаю я. Они все ненадежные. Все они хорошие. Будем надеяться, что он сделает лучше, чем это правительство. Очень часто бывает, что обещают, а потом забывают. Я знаю. Но до сих пор был только президент. До сих пор не было. Я не знаю, будет, наверное. По мне так достойного нету. Я вчера слушала передачу, там много всего обещает. Ну, вы знаете... Не верите в обещания? Нет. Потому что они пока им нужно туда добраться, они много всего наобещают, а потом ничего не выполняют из этого. Мы всю жизнь живем с надеждой. Что такая коррупция живет? Выборы уже совсем скоро, а среди народных масс еще есть неуверенность в том, что есть достойные кандидаты и их ждет лучшее будущее. Несмотря на это, каждый настроен решительно и в день выборов придет в избирательный участок, чтобы отдать свой гражданский долг с надеждой на то, что долг будет исполнен впоследствии и перед самим народом новым главой государства.